Всем привет! Это распаковка для портала «Игры и игрушки». И сегодня мы с вами откроем вот такие маленькие шнуровки-раскраски от компании «Ракета». Такие игры очень полезны для малышей. Они развивают моторику пальцев рук, развивают логику, внимание и мышление. Вот такие у нас упаковочки. Тут у нас полицейская машинка, динозавр и кораблик. С обратной стороны у нас раскраска. Вот такой динозаврик. И вот такой кораблик. И в комплект идет шнурочек. Ну давайте все откроем и посмотрим подробнее. Чтобы открыть, мне потребуется вот такая кусалка. Начнем мы с полицейской машинки. Вытаскиваем из пакетика. Это у нас машинка, напечатанная на картоне. Картон довольно-таки толстый и плотный. И в комплект идет вот такой синий шнурочек. Знакомимся с полицейской машинкой, а также раскрашиваем так, как захочется малышу или вам. И теперь берем шнурочек и начинаем самое интересное. Будем нашу машинку загонять в гаражик. Для этого шнурочком продеваем дырочки вверх и вниз. Вот и все, наша машинка в гаражике. Малыш справился, молодец. И это у нас вот такой кораблик. И в комплекте красный шнурочек. С обратной стороны также раскраска. Начинаем наш кораблик отправлять в порт. Закрепили первый конец и поехали. И последняя шнуровка с динозавриком. Вот такой улыбающийся, веселый динозаврик. Сейчас детки очень любят динозавров, так что тема особенно актуальна. И в комплект у нас идет синенький шнурочек. Давайте мы не просто прошнуруем динозаврика по контуру, а поймаем его в сети. Вот мы и поймали его. Вот такие маленькие игры-шнуровки для развития вашего малыша от компании «Ракета». Маленькие, компактные, удобно хранить дома или брать с собой в дорогу, чтобы увлечь малыша. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал «Клуб игры и игрушки». И всем пока!